Всем привет, у нас торжественная минута, я начинаю плейлист, ради которого я как раз и создавал этот канал на YouTube. Мы здесь будем разбирать практические вопросы по администрированию локальных сетей, неважно Windows и Linux, и какие-то другие операционные системы, программное обеспечение. Здесь будут, в общем-то, практические вопросы, с которыми, по идее, сталкивается каждый админ. Опыта у меня полным-полно, я буду рассказывать вам из практики все моменты и нюансы, которые могут вам встретиться. Будем решать такие наиболее распространенные задачи и для малых сетей, и для больших сетей. Это просто вступительное видео. Я хочу, чтобы вы к нему в комментариях писали, если у вас будут возникать какие-то новые предложения, вопросы, какие-то практические задачи, с которыми вы сталкиваетесь. Я в этот плейлист буду стараться выкладывать их решения. Это интереснее, чем те академические плейлисты, с которыми мы возились до этого. Я их буду параллельно вести, чтобы те, кто вообще нули в администрировании, потихонечку подтягивались. А в этом плейлисте, в общем-то, голая и живая интересная практика. Спасибо, смотрите.